Анастасия Горбань завоевала золото чемпионата. Тренер спортсменки Ольга Авдеева также не оплошала, взяла бронзу. Авдеевой и Горбань пришлось сойтись в нелегких схватках с сильнейшими представителями не только Европы, но и США и Бразилии. С первых минут схваток наши спортсменки показывали уверенное преимущество на татами. От бросковых и болевых приемов Анастасии Горбань терпели поражение ранее не знавшие проигрыша дзюдоистки Европы и Америки. Анастасия – воспитанница сочинских тренеров Владимира Елединова и Ольги Авдеевой. Спасибо большое Владимиру Борисовичу, Ольге Васильевне за подготовку такой меня. Я достойно представила сочинское «Динамо», город Сочи на чемпионате мира по дзюдо. Что касается Ольги Авдеевой, здесь также не обошлось без сюрпризов. На одной из схваток дзюдоистка из Франции, по сути, просто убежала от россиянки, за что была дисквалифицирована. В Сочи спортсменок встречали тренер Владимир Елединов, начальник УВД по городу Сочи, председатель сочинского «Динамо» Сергей Огурцов и глава Сочи Анатолий Пахомов.